Меня зовут Сергей. Я родился в городе Шуме, и у меня серьезные проблемы. Я никогда не был. Вам это может показаться смешным, но поверьте, в этом нет ничего смешного. Из-за этого вся моя жизнь выглядит перекосяк. Моя девушка бросила меня туда в очередной раз на вопрос, я толстый, я получил ответ «да». Я долго задерживаюсь на работе, так как говорю правду всем и всегда. Моя тетя предпочитает избегать общения со мной, так как в последнюю нашу встречу я указал на вкусно приготовленную ей индейку. Как вы могли догадаться, что детей у меня нет? В мире лжецов и лицемеров с таким сомнительным даром, как мой, долго не протянуть. Но я держусь из последних сил. Я никогда не вру,